Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, и сегодня мы начинаем проходить игру Зомби. Это игра переиздание с приставки Wii U, которая называлась раньше Zombie U. В общем, ее сделали для ПК, для консолей нового поколения. Ну и, собственно, давайте посмотрим, что из себя представляет эта игрушка. Она хардкорная. Видите, даже пишет, сколько вы продержитесь, потому что здесь суть игры, вы играете за одного персонажа, если вы им умираете, то начинаете все заново, и в дальнейшем вы можете найти того зомбаря, которым были когда-то вы, и забрать свое обмундирование и всю экипировку. Ну что ж, давайте начинать, обычная игра. Вы становитесь новым выжившим после гибели предыдущего. Ага. А в игре на выживание у вас роль единственного выжившего, то есть если он погибнет, игра закончится. Ну, мы давайте на обычный попробуем. Для новичков выживание как оно есть. Поехали. Алхимия богатства обрушит новую чуму на человека. Смертная пелена покроет землю, и не готовые окажутся в ее власти. Ибо Бог не простит тех, кто не внимал ему. Грядет конец, когда черные ангелы уничтожат мир, предавший Создателя. Творение начнется заново. Ты! Я тебя вижу. Иди на мой голос. В туннель! Хорош глазеть! Быстрее! Так, быстренько, быстренько. Вот, черт, куда-то мы свалились. Играю я, ребят, на клава-мыши, на ПК. Управление геймпада показывает, потому что просто геймпад подключен к компу. Так, мы куда-то свалились. Мы убежали от зараженных. Пусто. Тут вроде тоже ничего нет. Так, пусто. Пусто. Фонарик у нас какой включается? Вот, на F. Отлично. Фонарем пользуйся осторожно. Свет пробегает зараженно. Да и батарейки нужно экономить. Так.
О, черт. Бежим, 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 бежим. Успели. Отлично. Фух, весьма динамичная игра. Она по графике напоминает чем-то Left 4 Dead, но вот сама специфика игры, многие ее называют вторым Dark Souls. Потому что здесь действительно одна жизнь, и это полный хардкор. Случится именно так. Видишь ту штуку на верстаке с экраном? Бери ее. Это наша карта. Планшет. Назвал его планшет жизни. Там тебе и радар, и рация. Так что я за тобой пригляжу. Не помешает. Но сначала свет. В сортире есть генератор. Видишь зеленый огонек на радаре? Мы будем потихонечку осматривать все. Чем-то на Outlast похоже. Ну и, кстати говоря, ребят, весьма атмосферная игрушка, поэтому... Теперь ты видишь, что делаешь. Возвращайся и посмотри на мониторы. Будем с вами выживать. Какой-то интересный сундучок. Видишь, но... последний мой подопечный. Вышел без планшета. И что в итоге? И вот еще. Мор. Мешок оперативного реагирования, типа. Полезная штука. Угу. Рюкзак его. Мы с вами в Лондоне, ребят. Нам нужно туда попасть. Необходим пропуск. Ладно. Сохраниться. Использовать пропуск. А у нас нет. У нас нет пропуска. Так, ближний и дальний свет. Сейчас разберемся, ребятки. Как у нас это включается? Ага. С зажатием, ясно. Сейчас посмотрим, есть ли здесь что-то интересное для нас. Поднять доски какие-то. Видимо, можно будет что-то заколачивать. А вот мы можем создавать преграду. А сейчас, подождите секунду, я гляну управление. Так. Понятно, без геймпада не разберешь. Сейчас посмотрим, что это Б делает. Б ничего не делает. А, вот, все, я понял, все. Б это Q. В принципе, несложное управление. Пора испытать твой новый радар. Используйте радар. Угу. Вот такой вот у нас радар, который помогает распознать, где какие предметы лежат. Не привередничай. Бери уже биту.
Считай это негласным договором всех выживших. Если тебя укусит, ты же не будешь просить такой помощи. Охренеть. Он еще сначала и... Получено. Противно, но необходимо. А теперь загляни в мор. С одного удара умирать не хотел. Патроны. Без них никуда. Так, пистолет, патрончики. Мое руководство. Хочешь выжить? Соблюдай здесь чистоту. Навыки. Мои данные, текущий счет, рекорд. Мое снаряжение. Так, проверим. Можно колесико менять. Угу. Ясно. Ясно, хорошо. Нужен молоток, понятно. Нам, чтобы делать какие-то преграды, либо чтобы их... 20 часов весна, и твой котелок перестанет варить. Не забывай про сон. Вернуться в комнату. Нужно спать, ясно. Так, это у нас что такое? А, он так почему-то не... распознает. Возвращайся в главный зал и погляди на мониторы. Все двери, ребят, будем закрывать, потому что... Если они ночью ворвутся, это, конечно... ВТС по всему Лондону. Жесть. Это в супермаркете рядом с тобой. Но глаз много не бывает. Есть еще камеры. Я научу тебя их перехватывать. Все думают, ВТС надежный, раз подключены к штабу полиции. Но это не так. Я служил в связи. Могу тебе много рассказать об их системе безопасности. Камеры сами не починятся. Пора высунуть нос из норы и пройтись по магазинам. Ну, давайте сохранимся. Мне все-таки интересно, здесь сохранение работает, видимо, как просто продолжение игры, то есть загрузиться не получится. Ну ладно, погнали. Наша первая вылазка. Закрываем все двери. Так, тут вроде бы больше ничего нету. На всякий пожарный. Ни черта. Так, стоп, 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 стоп. Куда же ты полез-то? Тут у нас тоже ничего. И здесь пусто. Тоже пустота. Жутковато, конечно, это все. Пару всех со ставнями я разберусь. Выключим пока фонарь тут. Вроде более-менее видно. Я вижу зомбаря.
Еще один. Давайте их всех пока. Вот так вот. Кого можно, мы всех положим. Охренеть, пулемет. Там ходят зомбари. Вроде больше никого нет. О, черт. Это было опасно. У него были патрики. За ногу дернул так, а? Газеты какие-то. Без пропуска ты не выйдешь. Должна же на станции быть хоть одна. Включи сканер планшета, осмотри область. На периметре пока проблем нет. Пока. Ясно. Хорошо, давайте пока не будем углубляться, не пойми куда, будем идти аккуратно по заданию. Ну ладно, придется, значит. Надо разобраться будет с кнопкой, которая добивает их. Давайте дверь закроем. Тут ничего нет. Тут что-то в шкафчике тоже пусто. Многого для нас здесь не припасено, но вот ключ мы нашли. Вроде внизу никого больше нет. Кстати, прыгать мы не умеем. Вот так вот. Так, эти все убиты. Это убежище мое детище. Я когда-то водил дружбу с типами. Звали себя Ворн и Ди. Помогал им укреплять места вроде этого. Мы-то знали, что нас ждет. Интересно, откуда они знали? Аптечка. Охренеть.
Вот так вот вы их укрепляли, да? Пирожные. Нормалек. Что чувак аж повесился. Не, все-таки жутковато, конечно. Крысы бегают. Повышение скорости. Еще фонарь так светит. А, понятно, это мы просто прошлись. Предсказал и чуму, и великий лондонский пожар, который ее остановил. Он видел, что творила чума, даже искал лекарства, панацею. Но все это сказки. Ты же понимаешь, что лекарства нет. Может и есть. Надежда умирает последней. Хотя... какая тут надежда, когда, по-моему, мы одни живы с этим чуваком. И никого больше я пока не вижу. Так, а мы как-то можем отсканировать что-то? Объясняю. Это я все запер. Для безопасности. Все. Можешь входить и выходить. Спасибо. И мы выходим с вами на улицу, ребят. Сканируй каждый распределительный блок, чтобы я их взламывал и включал камеры. Сканировать первый. Так, а где здесь что-то было? Хорошо, патрончики. Пускай зомбари пока там орут. Мы... пока тут походим. Ну, этого, я думаю, можно не трогать. Карты тебе тут сразу конец. Без хорошей карты мне сразу конец. Это точно. Жутковатое местечко. Давайте еще посканируем. Так, что здесь? Открыть короткий путь к убежищу. Требуется C4. У нас пока нет C4.
световые гранаты. Могут пригодиться. Яркий свет их отвлекает. Так, мы отсканировали. Кто знает такую игру ТП, ну а точнее ее тизер, то квартирка очень даже похожа. Заберем патрончики. А, я думал, можно в сумку залезть. Рюкзак полон. Может, как-то можно что-то скомбинировать? Давайте пока доски выбросим. Так, как вас выбросить-то? Стоп. Не совсем пока понятно. Вот, на R, ясно. Сейчас попробуем. Пускай он там пока развлекается. Быстренько зайдем сюда. Так, так, так. Тут уже не перелезть. Ладно. Ну, заходим тогда в убежище. Тут рядом люк. Это самый быстрый путь в убежище. Порой отступление — лучшая стратегия. Газеты. Отлично, боец. Через люки, значит, у нас короткий путь. И отправляемся в убежище. Так, вот мы в убежище. Вот, понятно, этот выход, это... Ясно все. Я думаю, ребятки, на этом первую серию мы закончим. Я надеюсь, вам понравилась весьма атмосферная игрушка. И в следующий раз мы уже будем продолжать. Ставьте как можно больше пальцев вверх. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Понравилось видео? Не забудь поставить лайк и подписаться на канал.